который на шарике воздушном. Позже убьют. Он, смотри, он как колючка, он же может убить. Он почти как колючка. А этот? Кто? Который в самом верху идет. Он может кости кидать. Зато вот этот гриб его 4 удара убьет. И его, когда он будет здесь, его оттолкнет кружинка. Скажи, что? Мы делаем еще домик. На-на-на. Ну ладно, вот такая подделка. Мы играем в зомби против растений и решили сделать, чтобы поиграть можно было так самим. Brains. Расскажи, что тут сделано у тебя. У меня здесь сделан этот ночной гриб. Его можно только разбудить бабами. Какао-бабу. Какао-бабу. И магнита можно какао-бабами. Угу. И вот это такой горох, такой стенорех, который может такой жевать пулемет, как у вот этого. Стенорех, да? Да. Угу. Если его сожрать, он взорвется. Угу. Вот кружинка. Кружинка. Угу. Еще, если на нее зомби идется, он отталкивает, один, да? Отталкивается два раза. Угу. Капуста. Это этот арбуз. Арбуз. Он кидает арбузики, да? Арбузики. Еще. А вот магнит может замагнитить шлем. И его угу. сразу может как-то. И вот этого можно. Угу. А звездочка все в сторону бегает. Правильно. А это кто, зубастик? Да. Вот это картофельная мина. Картофельная мина. А это кто, зомби на шарике? Да. С новым скином. Танцор. Спортсмен, да? Это он зомби-футболист. Это зомби-футболист. Вот зомби-спортсмен. А, вот зомби-спортсмен. Ну ладно, отлично.